Вопрос номер один. Долгожданное возвращение на сцену. Долгожданное. Ты представляешь, какое количество городов сейчас кричит, как бы, когда она к нам приедет, когда она к нам приедет, когда она к нам приедет. Вот. Видимо, дорогая моя, они не просто соскучились, да? Они закидывали тебя подарками. Вот. И сейчас вот самая такая сакраментальная возможность в очередной раз поблагодарить их всех, дорогих, любимых, да, которые тебя все это время поддерживали, тебе все время слали подарки и замечательные смс-ки. Вот тебе твоя камера, пожалуйста, скажи им что-нибудь хорошее, дорогая. Я действительно искренне очень благодарна своим фан-клубам во всех городах нашей страны, бывшего Советского Союза. Ребят, вы настолько меня балуете. Каждый день мне приходят какие-то подарки, сделанные своими руками. Вот один из браслетиков, который я ношу с датами рождения моих детей. И мой второй день рождения, это 9 августа прошлого года.